Здорово, бандиты, с вами снова Шустрила, как бы доброго ФПСа, и тут произошла неприятность, просто так вышло, что я записал примерно 2-3 серии Боши, а и там нет звука, короче. Если вас это, конечно, интересует, я могу выложить это прохождение, если нет, то просто продолжим отсюда, потому что кому интересно смотреть без багетов и... Ёб твою мать, ебака страшная бежит за мной. Оп, ничего не знаю, ебак. Все, вроде... Вопрос реша... Нифига себе, слушайте, я прохожу как босс. На самом деле, я здесь еще до этого не был ни разу. Но как-то я... Я довольно неплох, по-моему. Да как так-то? Оп, есть контакт. Хорошо, хорошо. Нет, сука, тут нужен идеальный тайминг. Там такие были уровни. Кстати, босса я прошел вообще буквально вот за пару секунд. Это было... Довольно забавно, то есть... Слушайте, я что-то вообще какой-то жесткий. Но там были, то есть, пара багетных уровней. Совершенно... Нифига себе, что я творю-то? И, ну, вы поняли, короче. Если у кого-то... Если кому-то интересно, то, конечно, я выложу. Пам-пам-пам-пам. Но забавных комментариев там не ждите, естественно. Потому что их там нет. Теперь сконцентрируемся на продолжении. Что-то он как-то не очень. Так, ну-ка. А что, если вот тут зажать прыжок сейчас? И, типа, я вот он полетел. Сюда... И... Да, все нормально будет. Я понял теперь, как проходит этот левел. Так, теперь тихим ходом есть. Так, так. Сука, почти допрыгнул. Я уверен, центр лучше не прыгать, потому что там какая-то подстава. Я эту игру знаю. Хорошо. Хорошо. Ну почему? Все же было отлично. Хорошо. Здорово, видите? Я же говорил, подстава какая-то там. Значит, надо... Вот, сука, как же его развести-то, этот квадрат? О, хорош! Ой-ой-ой, какая ебань. Бля, слушайте, тут... Это серьезно? Ну, это ожидаемо. Бля, да я не могу пропрыгнуть. Да, слушайте, я этого кента развожу уже как хочу. А ты что? Ты тоже давай. Оп. Оп, раскачиваем тебя. Оп. Хорошо. Бля, не могу там пропрыгать никак. Ты давай, короче, братан, ура, вверх-вниз, хорошо. Тоже вверх-вниз. Оп, есть контакт. Просто нефиг делать так уж. Оп, оп, сынок. И чё? А как вниз? Ага, понятно. А, и что? И что? И куда? А, поэт, не в ту сторону. Ну, естественно, эта игра честна со мной как никогда. Хорошо, раскачиваем тебя, пока, братан. Прекрасно себя чувствуешь? Забыл про него, прикинь, даже не заметил, что он есть. Сука. Да блин, все, начинается жара. Был уже там, грубо говоря, все было нормально. Блин, сколько же было боли в прошлых сериях, вы даже себе представить не можете. Но уровни там были, конечно, вообще... Ужас. Давай, хорошая есть. И что это? Тут типа не упасть было, понятно. Так, надо этого теперь как-то кидануть. Оп, хорошо, киданул, просто как умею. Через бедро. Где же что? Ага, вот сейф. Нифига себе, я жесткий. Так. Них. И что, это невозможно. Так. Нет. Так. Да сука, это не. А! Как жвачку пожевать. Вот это снизу вообще борода какая-то, по-моему. Так, ну. Хорошо. А могу я вот прямо тут сохранить? Отлично, могу, значит. Хорошо, потому что могу. И у нас есть секунда. Оп! Сейчас, я его даже посчитаю. То есть все будет нормально. Я вам говорю, все будет нормально. Есть контакт. И вот она! Нет. Есть. И вот она. Сука, нет, там нельзя останавливаться. Ни в коем случае, короче. Надо пролетать. Вот это я вот вижу. Это я еще реакция моя успеваю. То есть вот, вот она. Я вижу ее. Нет, сука, я сам прямо на нее прыгаю. И вот. Да. И вот. Нет. А, мои глаза. Хорошо. Буду надеяться на халяву. Рано или поздно должно сработать. Да иди ты нахуй с такой скоростью.
Не, это вообще, там лучше не тупить. Ага, вот это вот еще реально. То есть... А, тут есть сейф, тут все это время был сейф, нормально. Говно вопрос. Рандом всемогущий. Блять, только не Соник, это вообще пизда. Нет, нахуй, это невозможно, я не прошел его. Все, это момент, до которого я дошел. На стриме. Далее ничего не было, понимаете? Иди к ебеням. К ебеням катись. Прямо в лаву. Hey, we should do this again sometime. Go fuck yourself, Sonic, yeah. Нормально. Сколько смог. Буду делать все, что могу, то есть. Hey, we... Блядь, ну естественно кнопочка. Что если не кнопочка? Сам ты, сука, медленно. Давай, давай, давай. Блядь, он дал. Какого черта? Бля, это будет просто боль сейчас. Да ёб твою мать. Но я придрочусь, парни, нужно придрочись. Я его ёбну. На стриме я, кстати, так и не смог его ёбнуть, там я много пытался. Ебучие кнопочки. Я все еще удивлен, что я так быстро пробежал весь уровень почти. То есть я как-то не знаю. Все. Собран. Собран. Ну тебя в жопу, братан. Пидор. Так, вот это вот кнопки. Сейчас кнопки выйдем. И выйдем как можем. Пытаюсь, стараюсь. Можно, нахер не кнопка. Ага, ага, вот это печально сейчас будет. Кристаллы нахер. И начинается боль. Бля, вот это очень-очень сложно, очень. Если я продую, я просто открою заново. Следующий уровень я уже не знаю, я в них буду впервые. Если пройду его, естественно. В прошлый раз, грубо говоря, я сдался. Я сказал, типа, не, я не могу. Давай, 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 гнида, давай! Ну что ж такое-то? Он какой-то... Еще Эггман, пидорас, со своими бомбами потом будет. Это будет вообще беда. Вот на кнопках я очень часто просаживаюсь, но сейчас что-то мне везет. Ага, давай. Попытка! Попытка! Ни хера не попытка. Надо меньше прыгать, короче, от него. Забыл, что он бежит. А, жесть какая. Так, спокойно. Я постараюсь сейчас поменьше говорить, побольше концентрации. Концентрация, все, что нам надо. Все, поехали. Максимум концентрейшн. Ах ты, блядь, ах ты ж, блядь, как же хорошо-то все шло, по-моему, да? Тоже так думаете? Так, все, давайте. Можно. Почему можно? Потому что мы... Ух, ебать, какой-то быстрый сегодня, братан. Что-то слишком быстро. Есть, кстати, такой легальный чит, знаете, я потом попробую, если будет все плохо. Угу. Давай, давай, гнида. Покажи, что умеешь. Синий пидорок. О, как я его быстро продамажил. Быстро он. Так вот, смотрите, легальный чит показываю. Берешь и крутишь упас на меню, то есть 50. И все будет с леганца медленнее. Это может помочь. Оп, типа. Вы, может, это со стороны не заметите сначала, но это действительно помогает. Это как бы не совсем легальный чит. Большинство именно так его проходит, там на всякие спидраны, там вот это вот все подобное. Но типа я сюда играл на 60. Но так как Соник для меня реально сложноват, я попробую. Хоть как-нибудь его отмудохать. Давай, 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 гнида. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну это прям он вообще засыпал меня. Ага. Хорошо. Понятно. А босса на босс ран.
Ясно, давай. А что если заставить его круг вокруг меня рисовать постоянно? Эггман будет подъебывать, вот что будет. Сука, ебучий Эггман, ты же должен Соника пиздить. Нет, мы давай союз, бля. Давай альянс, Эггман. 7 рублей плачу. 7 рублей большие деньги, подумаем, Эггман. Можешь купить себе петрушки немножко. Блин, вот только что-то как-то... Вот это вот теперь по-дебильному у меня получается. Грубо говоря, легкая, да? Легкая, а такой, такая жесть. Бля, запелся, забыл. Все, максимум концентрейшн. Ой, я как мало. Не знаю, зачем я загрузился. Просто потому что мало продамажил. Отправил в небеса. Ой, давай кидай. Все мы знаем, что ты не сможешь меня никак задавить сейчас. Вот это вот меня бесит просто. Вроде я всегда это в легкую выделил, сейчас какая-то проблема нарисовалась. Вот у меня всегда были сложности с этими кнопками, а сейчас сложность не с кнопками. Но вот типа опять, я допизделся. Тан-таран. Давай, давай, давай! Я готов. Все, он умер. Ну блин, а как же я в быструю вообще даже не обращал на это внимания. Жесть какая-то. Ну это жесть, он реально засыпает ими. Хоть смотри какой-нибудь видеогайд, как его валить. Он слишком жесткий. Реально слишком жесткий. Ох, и успел. Ну все, сейчас, вот сейчас продамажу, конечно. Вот так. Кидай свои какахи. Гоу! Прямо директом в меня влетел, прикинь, директом! Ой-ой-ой, засыпал. Да, ой, засыпал опять. Вот, сука, вправо от него лучше влево морозятся, типа. Забыл, я уже вижу эти, вижу кнопки. Ага. Вот, типа, вот тут слева надо стоять, и все будет здорово. Эти кнопки еще так пропадают как-то по-дурацкому. Говорю, надо держаться слева, иду вправо. Too easy. Piece of cake. Но, блядь, я не знаю, хоть 60 FPS назад ставь. Да ну ё-моё, мужик, ну ты серьезно, как ты... Как он их так раскидывает-то? Все, серьезность. Концентрация. Ага. 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 Давай, прыгай, прыгай сюда, синий сидоров. Какая-то у него такая траектория, её в принципе просчитать возможно. Без лишних проблем. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо. О, мужик, ты так быстро выходишь. Сейчас ставим обратно 60 FPS. Будем играть на скорости. Скорость это круто. Все должны играть на нормальной скорости. Вот, 60. Вообще здорово. Оп, сразу, совсем другая игра пойдет сейчас. Оп, 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 полетел. Вижу, вижу, все. Все замечательно. Ну вот, типа, как-то быстро я могу это, медленно не могу. Ну, опять же, вот здесь мне сложно будет на быстрый. Соник реально это просто убер-босс. Очень жесткий, очень. Вот, тут типа... Я забыл, что его продамажить здесь надо. Опять? Опять? Типа, если не успел продамажить, он снова это делает. Hey, we should do this again sometime. Ну ты пидорас, конечно. Я забыл, что по нему стрелять надо. Что-то я отвлекаюсь. Так, все.
Нихуя ты скоростной. Можно. Погнали, погнали. Еще, мало кнопок. Слишком легко. Еще. Ты с той стороны должен был приехать, пидор. Ладно. Ага. Нихуя у тебя голос. Ладно, последняя попытка, когда я выживу на кристаллы, и все. Это предел. Оп! Пошел, 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 сука, давай, давай! Кнопки свои пидорские, давай, все! Они ничего не могут мне предъявить. Ну что ж такое, мне можешь предъявить именно вот ты этим своим переездом. О, я забыл. Концентрация. Ага. Хорошо. Он просто директом въебывается в меня постоянно. Ага. Ага. О, чувак, ты просто нереальный. Кнопки, кнопки, это уже все изи мод. Ага. По кругу его, по кругу раскручиваю. Раскручиваю. Ах ты, бля, ах ты, бля, как он меня подловил, как он меня... Я говорил, все уже, не, нифига не все. Играем. Играем. Нахуй кнопки. Кнопки это изи мод для меня. А, не с той стороны. Так, все, 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 все. Тебе пизда, тебе просто пизда. Ты даже не представляешь, насколько ты просто мертв. Ты уже труп. Давай кнопки свои, я тебе в жопу засуну эти кнопки. Отъехали. Сюда. Плевать, я тебя вот здесь продамажу. Синий мудила. А теперь давай. А теперь поехали, сынок. Я тебя раскручу сейчас. На круг не смог взять. Ладно, парни, в следующая серия. Шестыла, аут, доброго ФПС. Говно случается. И стрелка себе нахуй. Еее.